41-летняя Маргарита Симоньян и 56-летний Тигран Кеосаян поженились 3 марта в одном из столичных ЗАГСов. Фото с регистрации брака журналистка опубликовала в Инстаграм, отметив, что особенно не готовилась к свадьбе и даже не успела купить новое платье для торжества и сделать прическу и маникюр. Дело в том, что пожениться пара решила спонтанно. Только накануне журналистка объявила о своих планах подписчикам, а уже сегодня они с Кеосаяном реализовали задуманное. Между тем режиссер ранее уже не раз делал возлюбленной предложение, но она отказывалась, предпочитая жить в гражданском браке. Напомним, Симоньян и Кеосаян вместе с 2012 года. За это время журналистка родила супругу 3 детей, дочерей Марию и Маро и сына Баграта, но и став многодетной матерью, не хотела идти под венец, хотя ранее ни разу не была замужем.